Говорят, что елка ждет ребенка. Разговоры об интересном положении исполнительницы появились после того, как она появилась на одном из мероприятий с довольно-таки округлившимся животиком. Приталенный наряд подчеркивал ее изменившуюся фигуру, и это стало свидетельством интересного положения девушки. Сама же елка пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Напомним, уже 4 года исполнительница замужем за Сергеем Астаховым. Пара познакомилась на курорте под Одессой, а затем влюбленные жили в подмосковном доме родителей Сергея. Позже они переехали в Москву. Что ж, журналистам и поклонникам звезды пока остается лишь догадываться об изменениях в жизни певицы.